Напоминает меня в Румынии. Как пожелаешь, Миранда. Еще чаю? Гость с вами. Привет, Брейк. Правда. Месяц назад я был уверен, что умер. Может быть, так и есть? Я ожидал увидеть что угодно. Рай, ад. Конечно, скорее ад. Но явно не ваши рожи. Фильм, как эта группа, отрубит по тебе голову. Что это за место? Чаю, может быть, Брейк. Нет, спасибо. Возможно, это бездна, а может, страна чудес. Но здесь всегда стоит теплый летний денек, а часы показывают время чаепития. Да, чая у нас предостаточно. И как же вы сюда попали? Я, после того, как мне отрубили голову? Но твоя голова на месте, дорогая. О, это еще ничего не доказывает. Мяу, а я после того, как ты меня убил. Ага, вы что, все-таки умерли? Брэй, ну прекрати. Хотя, по ощущениям... Ты знаешь как, когда умерли? Я знаю, как когда не умерли. Так вот, сейчас летала. Брэй, ты куда? Отсюда нельзя уйти. Входной двери нет. Как нет? Вот так, мяу. Бывает есть, бывает нет. Здесь нет. Еще один гость проверил. Да-да, мы в курсе. Нет, прибыл еще кто-то. Это же Алиса. Но. Где это? Алиса. Любовь моя. Жек. Ну, наконец. Жек. А вы что всем тут делаете? Сидим. Чай пьем. Ждем. Перемен. Выпей еще чай, Алиса. Еще? Я же еще ничего не пила. Больше чаю она не желает. Алиса, как ты попала сюда? Кажется, я упала. То ли в дыру, то ли в нору. И падения не было конца. Я думала, что умру. Ты его умерла. Почему это ты так решил? Иначе ты бы сюда не попала. Нет. Она не должна умереть. Это Алиса. Она должна жить. Прекратите молочь куклу. Алиса, съешь кусок торта и все печали пройдут. Точно. Главное, здесь побудет и я не съем. Я не знала, что ты все-таки коты, а я улыбаться. Чеширские умеют и почти все улыбаются. Чай, сэр. Ты кто? Здесь на разгиле. Тогда дали. А я вот что думаю. Может быть, нам всем просто кажется, что мы здесь есть, а на самом деле нас здесь вовсе и нет. Ну, позволь спросить, помогло нам достичь какого у вас состояния сознания. Могли. Попытался барбитуратиком, принять витаминчиков, ну и, наконец, неумеренно пили теплый джин-тоник. Просто мы боимся, что на самом деле мы мертвы. И мы говорим, и говорим. Ведь это лучше, чем задумываться о будущем. Лично я собираюсь выбраться отсюда. Нам всем это не хотелось, знаешь ли. Так давайте же используем друг друга. Я неправильно выразился. Да и много проблем с сотрудничеством. Еще один гость в стране. Вот и валило столько. Скоро нас приедет место. Кто ты? Я не Витя. Кто? Да, это ты. Вернее, тот, кем должен был стать ты. И что ты здесь делаешь? Я пришел за тобой. Зачем? Вижу тебя в мир живых. Из мира мертвых возврата нет. Из этого мира есть. Всего лишь. Убей, Алиса. Ну, начинай! Я не позволю. Знаешь что? Убирайся отсюда, пока цел. Ладно, что увидеть. А давайте его поймаем.
Оставайтесь. И закончится. Не кончится. Почему вы боитесь? Потому что кто-то же его присылал. Но-но-но-но. Как я могу быть уверен, что ты не убьешь мою Алису? Потому что я поклялся защищать ее от всех. В этом мире или ином. Даже от самого себя, если понадобится. О. Но знаю, я для нее солнце. Она плачет, когда ей грустно. Смеется, когда ей весело. Именно это делает ее той Алисой, которую я люблю. А я буду драться за то, что я люблю. Но в этом случае я для нее, как луна. Я тоже буду драться за то, что люблю. Да, моя. Прекратите, чего вы показушники? Я даже не знаю, что сказать. Если не знаешь, что сказать, просто говори по-французски. Вызови пузанку Гугера, ты это лице. Что она сказала? Она сказала отрубить вам голову чертовой матери. Новый мультик, например. Опять? Ты не пожелал бы вот это мне говорить? И я пришла к тебе сюда. Кто она? Но когда ты не проснулся, я почувствовала движение крови в себе. Жуть какая, Алиса. Дрейк, послушай, ты должен убить Алису, как Алиса. Нет. Это я убью ее. Ну ладно, все остаются на своих местах. Немедленно отпусти ее. Ты ошибаешься, если думать, что я здесь там у тебя слушаться. Ты должна. Ты моя кукла. Кукла совершенствуется. И никто не появляется желание играть теми, кто их создал. Это же логично. Брэй. Чего ты добиваешься, Эмили? Правда в том, что мне нравилось быть твоей куклой. Ты любил меня. Хочу, чтобы ты любил меня и теперь. Но не как куклу, как человека. Это невозможно. Куклы – пустота. Их сердца и тела – пустота. Неправда! Это все она тебе мешает увидеть во мне живого человека. Беги, Алиса! Сиди же, сиди. Почему ты улыбаешься? Почему я улыбаюсь? Ведь это же очевидно. Это все так забавно. И все хорошо, когда мне грустно. Плохие куклы должны быть наказаны. Не смей прийти мне. Приходи, и ты его убьешь, что ты сломается! Ты улыбаешься? Даже когда тебе больно, тебя избивают, а тебе будто бы плевать. Дрейк, почему? Что мне есть такого, чего нет во мне? Она, Алиса. А ты, моя кукла. Какая непосредная кукла. Ну, давай. Есть такая старая игра. Если кукла не находит жертву, которая спряталась, она даже не прижит. Как ты думаешь? Я найду ее. Я сама пришла. Отпусти его, иначе мало тебе не покажется. Здесь у тебя нет силы. Ну давай. Я же говорила. Как думаешь, будет здорово, если бы ты ее глаза не видит ни света, не видит ни тьмы, она станет куклой, а куклой слепой. Отстань ее! Ну? Что ты хочешь? Сделаю, что хочешь, что угодно, только не трогай. Тогда пара на камине. Прости меня, умоляй меня. Вот чего ты желаешь, Эвелин? Оголенную страшивую, край печальный, край тоскливый, край безумием одержимой, ты пришла ко мне сюда.
Но он не ты. Посмотри на меня хотя бы теперь, Эмили. Я умираю. Ты просила меня найти его, и я нашел. Ты любила его и меня, но я ждал. Я готов был любить любого, перевернуть мир вверх ногами и все ради тебя. Я был великодушен, и я просила мало. Если бы ты только смотрела на меня, любила меня, сделала, что я скажу, я был бы твоим рабом. Но ты был всего лишь лучшим. Как и ты, дорогая. Это все было гениально, правда? Курвы не принадлежат ни к миру живых, ни к миру мертвых. Поэтому им разрешено то, что запрещено и для людей, и для вещей. Как я вдохнула в нее жизнь? Все очень просто. Все зависит от мастерства кукольника, а я очень талантлива. Хватит! Не смей умирать! Дай тебе вздумать! Я с тобой могу смешать тебя! Алиса, ты плачешь? Вовсе ты жалеешь меня? Нет! О, этот мир битком набит уже с такой сердечной женщиной. Неспокойно, Сладко. Зачем ты убила его? Как это зачем? Он стоял между мной и тобой. Он бы мне не дал убить тебя. Когда ты умрешь, ты будешь в моей коллекции, и ты будешь прекрасна. Но не хватало улыбки на твоей лице. Ничего, я его сейчас вырежу. Пусти меня, проклятый Джек! Не беспокойся, Алиса, она не убьет тебя. Пусти! Она твоя! Не беспокойся, Алиса. Миранда не убьет тебя. Это сделаю я. Это будет быстро и легко. Ты не заметишь. Что я вам всем такого сделала, а? Видишь ли, Алиса, сюда попадают те, кто умер. Но ты жива. Только твоя душа бродит по этому месту. Но не переживай. Я убью тебя и вернусь в мир живых в твоем теле. Ты что там тебя вообще отказались? Психи не знают, что делают. А я знаю. Ведь я создал это место. В комнату между мирами. Вот дом, который построил Джек. А это Миран. Китай, Калан, теперь же лежит на полу без дыха. Ведь кукла ее весьма своеправна. В доме, который построил Джек. Во время, конечно, безразлично, кто победил, а кто виноват. Ведь Эмили тихо отправилась в бар. Тишины для Уфки нам больше ни слова. Не то, чтобы он сделал мне много плохого, но голос не слышно из гроба крутого. Черное дитя, в доме осталась почти что одна. Сегодня ей тоже здесь смерть суждена. В доме, который построил я. Подлец и предатель лежит на полу. И кровью забрызгал он смерти косу. А я поскорее отсюда пойду из дурдома, который построил Джек. Вот так, смотрите. Скоро это место начнет разрушаться. Скорее, Лиса, ты должна покинуть это место. Я дождусь тебя.